Так, всем привет. Сейчас чипуем BMW 525 E39 кузов. Кес у нас читает сейчас прошивочку. Вот. Замерили аккумуляторную батарею. Показала у нас 12,1 вольт. Мы поставили 12,2, чтобы ниже этой отметки у нас напряжение не ушло. Сейчас он показывает у нас ток. Где-то 0,6-0,7 ампера. Это вот как раз тот ток, который нужен для поддержания заряда батареи. Батарея у нас в багажнике. Так, прошивку считали по идентификаторам. Смотрим, что у нас это блок Siemens MS43. Находим его в справочнике. Здесь у нас показано, по какому адресу лежит идентификатор калибровок и идентификатор самого софта. Значит, вот по этим адресам в HEX-редакторе открываем сток и переходим вот по адресу 70 тысяч. Видим в данном случае вот это номер калибровок, а вот это вот у нас номер софта. По-моему, так. Да, все правильно. Теперь переходим в папку с прошивками. Я открыл. Ну и в данном случае у меня данной прошивки нет. Есть какие-то другие. Вот, поэтому будем заказывать ему прошивку у Челябы. Сейчас я ему отправлю то, что считал. Отправлю идентификаторы. Значит, я ему скажу, что читал кесом. Ну, это важно на самом деле. И ждем от него результат. Давай. Как подключиться к какому вот этим блоку питания? Вот у него крокодильчики маленькие. Значит, взяли вот такие большие. И здесь цепляем за пружинку. Вот так. Держится нормально, поэтому уже можно его цеплять к аккумулятору в таком виде.